Темой обсуждения стала поддержка культурного диалога между двумя странами. О своем вкладе в развитие русско-греческих отношений пришли рассказать представители различных организаций и учреждений Анапы. Историки-краеведы, депутаты Совета, сотрудники Краеведческого музея и организации «Центр славянской культуры», а также отец Александр, настоятель храма преподобного Серафима Саровского. Приятным завершением заседания стало выступление греческого народного театра «Элефтерия». Мы ж в легионы боевые собрали ласточек, и вот не видно солнце, вся стихия щебечет, движется, плывет сквозь сети, в сумерки густые, не видно солнца, земля плывет.